Привет, дорогие друзья, с вами SmileTanks, и это очередной выпуск летсплея 5. Значит, я хочу прорекламировать своего подписчика Давида Нагибатора. Он хороший летсплейщик, можно сказать, даже начинающий. Как видите, посмотря на вот это видео, как он получает Орента 4, вообще офигеешь, это его клан. Ну, давайте я даже вам покажу, как он его получает. Видео. Смотрите. Вот так он получил Орента 4. Ну, можно сказать, нормально. И перейдем на его канал. Значит, снимает он видео нормально, и подписывайтесь на него. Также вступайте в его клан. Хороший клан, скажу вам. Ну, давайте перейдем теперь на саму игру Танки Онлайн. Битву Рио, и тут сразу кто-то взял золотой ящик. Вот это была неожиданность. Даже... дорогие друзья, минуточку. Вот, дорогие друзья, я вернулся на свой летсплей, дорогие друзья. На свое ЛПН. Пятое. Значит, вот, короче, мы будем играть... Вот видео, ой, извините, дорогие друзья. Вот, значит, будем помогать таскать флаги на Рио. Знаете, канал Мистер Кристалс? Ну, вот так. Значит, дорогие друзья, на него подписывайтесь. Но только он бывает оскорбляет нас, дорогие подписчики, вас, меня. Ну. Как вы знаете. И у него половину подписчиков накрученных. Да ладно, шутка, дорогие друзья. У него просто неживые подписчики. Роботы. Да ладно, тоже шутка. И вот, дорогие друзья, мы вернулись. Опа-на, а это зиды ускакали. Значит, что я хотел рассказать про своего подписчика, которого вот я вам показывал. Давида Нагибатора, вот того подписчика, летсплейщика. И почему он хорошее видео снимает? Ну, он только начал снимать, пожалуйста, его не оскорбляйте. Ну, и так нормально, просто смотрите видео. Если вам не нравится, пишите в комментариях, как он меня попросил. Он хороший, ну, канал норм, можно сказать. И вот, короче, дорогие друзья, мы погнали. Давайте немного поскилим, пока мы будем... последний флаг нам осталось доставить. И мы на предпоследнем месте. Ну, потому что мы только зашли. В основном не играю, а говорю. Надо было минку купить, блин. Ну ладно, давайте продолжим. Значит, я ЛП где-то сниму... Вот, дорогие друзья, значит, мы продолжим снимать ЛП. Я сниму ЛП где-то на 8 минут. Значит, мы все-таки продолжаем играть на карте Рио. Значит, я вступил в клан. Клан очень хороший. Сегодня было 2 турнира у нас. Против генусов я, конечно, наигрался очень хорошо против генусов. Ну, я постоянно вырывался на первое место. Я был, можно, на первое место из нашей команды. По крайней мере, нормально играл. Вот сейчас, наверное, дорогие друзья, я еще засниму ХР с Мистер Кристалс. Значит, покажем, как он нубит. Бывает в очередях. Значит, еще хотел сказать, подписывайтесь на канал Android Games. Главное, чтобы на Android Games не выкладывал Майнкрафт. Так, как видели, у него очень красивое интро. Красивое видео. Ну, не красивое, а нормальное. Он недавно выложил. Ой-ой-ой-ой. Давайте захаваемся тут немножко. Ой-ой-ой, смоки. Смокач. Чего паримся? Берем вот так и на.
И выгнали его, и быстро вместо, вот видите, громчик. Громчик, видит, что хэп у нас мало. И вот он трогает. Дорогие друзья, значит, я хотел рассказать, пока я не знаю. А, кстати, хотел бы рассказать еще про новое оформление танков онлайн. Как видите, в битве можно переключать сервера. Вот, как видите, я могу поменять сервера. Также изменили, убрали рейтинг. Вот почему убрали, вот это плохо, конечно. Не узнать свой хороший рейтинг. Каждому игроку или просто соклановцу сказать. Значит, дорогие друзья, что бы я хотел еще рассказать про танки онлайн. Вы, как вы знаете, сегодня пятница, вышел новый видеоблог. Сейчас мы снесли. И вот мы начнем. Что бы я хотел вам рассказать еще про танки онлайн. Скоро будут скидки на Твинс. Я не знаю, ну, я лично не собираюсь себе покупать Твинс. Значит, чтобы купить Твинс М2, ну, кому-то там, кому доступен, надо накопить 50 тысяч кристаллов. А чтобы, по-моему, 50 тысяч, ну да, скорее всего. А чтобы купить Твинс М1, около, по-моему, 12, где-то 12 тысяч. Где-то так, ну, короче, для Твинса М1. А для Твинса М3, дорогие друзья, потому что я сейчас с вами не таким, я про Твинс М3 не собираюсь говорить. А хотя, дорогие друзья, я подумал так на момент, 200 тысяч на Фрис М3 надо. На Твинсе, так, вот, дорогой друг, флажок, он нам, а давай флажок, чувак. Если доставил флажок, как видели, норм. И вот, дорогие друзья, будет уже заканчиваться наша ЛП. То, что уже, как видите, хорошо. Кстати, у меня еще скоро звоночка. Завтра я буду снимать со старшего лейтенанта. Уже старший лейтенант. Ну, давайте закончим. Всем пока, спасибо. За просмотр моего канала. Просмотрите же канал нашего Давида Нагибатора. И также ставьте большие пальцы. И еще хотел сказать, подписывайтесь на Мистер Кристалс канал. Мистер Кристалс, я не знаю, когда он выложит новое видео, но пишите ему сами. Пишите самое ему. Комментарии. Также Android Games сейчас выложил. Новое видео тоже посмотрите. И вот сейчас мы будем начинать, наверное, хоррор-релью снимать с Мистер Кристалс. Краска у нас будет зеленая. Самая обычная краска. Всем пока. Спасибо за просмотр. С вами был Smile Tanks. Всем удачных игр.